решил пойти дальше и заработал штрафной. Здесь Коки и Мбиа встречали, но фалил скорее Коки. Мбиа, видите, так немножечко подтолкнул Роналду, но даже такую махину достали, летел в ворота. Посмотрим, как будет сейчас. Криштиану сам поставил мяч. Сам штрафной заработал. Удар, рикошет. 1-0, пожалуйста. Ничего не напоминает. Дежавю. Если бы это был Бейл, если бы это Бейл. К ней мы вернемся чуть позже. От Баки мяч влетает в угол. Но здесь ничего другого и не мог сделать Бету. Если только напихать там стенки, поднять руку. Силен. Да, в Баку мяч попал, даже его, в его локоть в этой ситуации. Смотрите, выставляет локоток, пожалуйста, да, от руки. Баки вообще, я ждал, что вратарь, хотя, да, действительно, офсайда не было. Пошел, смотрим. Нет, здесь офсайд. Здесь офсайд, верните нас к эпизоду, когда мяч попал в штангу. Вот, Илья Раменди с левой так красиво черпачком. Роналду, видите, успевает за счет длины ног. И... Жих. И никого не оказалось рядом. Только Ника Пареха. Есть тоже спор, на офсайд или нет. Опять пустые ворота. Оно порой абсолютно безумно и бессмысленно выглядит. Но почему Марсело самому сейчас не решить? Вот режиссер еще и нашел другой план Серхио Рамоса в первом тайме. Дрейс Бака! 1-1. Провал в обороне у Реала, чего с ним бывает очень редко в этом сезоне, когда вот так в контратаку может убежать соперник. В случае 13-й гол в чемпионате, когда он первую же попытку реализует. Но в этом сезоне обычно Баки надо 3-4 момента, чтобы разогнаться, и только потом он забьет. Ну а вот здесь в роли Баки собаки выступил колумбиец и забил свой 13-й гол в чемпионате. Не успевает Карвахаль, не успевает Илья Раменди, и успевает Карлос. Жирнейшего Сапата прячется за защитниками. Красиво, пятка, изящно. Сам себе прокинул мяч на ход. И вот туда, на Баку. Быстрее, Бака! И 2-1! Какой Викич шепнуть Мбиа, но посмотрите, здесь Альберто Морено, вынос, Ракитич красиво через Пепе мяч перекинул, ну и напрашивалась эта передача, напрашивалась, и Баку выиграл. Здесь позицию у Пепе, и пробил так, что Диего Лопес не выручил. Вот матч, который мог бы выиграть для Реала вратарь. Да, редко атакует Севилья, очень редко. Два момента, по большому счету, два гола. Это вот ситуация, когда вратарь сейчас пока, но матч не выиграл. Карлос Бака, 14-й его гол в чемпионате. Смотрите, бьет под опорную ногу, успевает ногу выставить. Диего Лопес, но мяч ныряет.